Как у тебя подготовка-то идет? Все по плану, все, что за. С переменными успехами, как наверное, у всех, все живые люди. Ну, вроде движемся потихонечку. Силы на исходе, ну и времени-то осталось. Но, на самом деле, эта подготовка довольно-таки существенно отличалась от предыдущих. Более такая, скажем, профессиональная, более все вопросы были понятны мне. Вот, больше прислушивался к своему организму, вот, то есть больше интуиции, как-то более чувствовал организм. Поэтому я считаю, форму удалось улучшить. Андрей, кто помогал тебе в этот раз готовиться? Помогал, естественно, тренер Алексей Киреев. Угу. Вот, и очень большую поддержку в этот раз помог Виктор Шамин.